9 мая в 77-ю годовщину Великой Победы жители Карелии ждет парад, шествие бессмертного полка, салют и еще около 170 мероприятий. Центральные события пройдут в Петрозаводске. Начнется праздник с возложения цветов к мемориальным комплексам «Аллея памяти и славы» и «Могила неизвестного солдата». Торжественная церемония состоится в 9:45. Затем уже в 10:45 церемония возложения пройдет у стелы «Город воинской славы». Военный парад начнется в 11 утра. С 12 часов дня на площадке выступят ансамбль «Кантеля» и творческие коллективы Петровского дворца. Начало шествия бессмертного полка запланировано в час дня от площади Ленина. Завершится день праздничным салютом.